Коллеги, добрый день, как меня слышно? Слышно ли, видно ли меня? Здравствуйте, напишите мне в комментариях в чатике плюсиками. Ну и хорошо, давайте тогда не будем задерживаться. Мы скомпоновали пару тем в одну и постараемся раскрыть тему полезного интернет-маркетинга для микро и малого бизнеса в одном занятии сегодняшнем. Итак, меня зовут Олег Михалевич. Я являюсь руководителем направления компании МТТ и руководителем профессиональной социальной сети Marketing People, который предназначен для специалистов в маркетинге и рекламе. Начало на заре моей деятельности я представлял компанию «Бительстати», которая занималась организацией различных мероприятий, конференций, семинаров, мастер-классов, форумов и там, и так далее в теме BTL, ну, то есть компании, которые занимаются BTL какой-нибудь активностью, промо, мерчендайзингом и многим другим. И мы обучали такие компании бизнесу и маркетингу. В дальнейшем я был руководителем в социальной сети в кругу друзей, руководителем интернет-проекта в группе компании «Дочки сыночки», это сеть супермаркетов детских товаров по стране, проектным директором по маркетингу компании «Мир деревянных игрушек», ну и, как уже сказал, руководитель профессиональной сети «Marketing People» и руководитель направления в МТТ. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях кратко, какие отрасли, какие тематики вы представляете, то есть, с каких направлений ваш бизнес состоит, чем конкретно занимаетесь, чтобы я в своем выступлении смог делать отсылки в вашу тему, чтобы выступление было для вас максимально интересным. Разработка программного обеспечения микробизнеса. Татьяна, Елена, Ирина. Коллеги. Ну, хорошо, коллеги, вы пока пишите, я тогда, чтобы не задерживаться, буду продолжать дальше. Итак, у нас сегодня занятие будет состоять из трех небольших частей. Это из обзора и выдачи вводных, кейса, как все это работает, разработки стратегии интернет-маркетинга. Ну и для желающих можно сделать либо домашнее задание, которое я вам отправлю, чтобы вы показали, насколько вам было все это понятно, либо же наоборот, вы пришлете какие-либо свои кейсы, там, ситуации, которые, возможно, вы столкнулись с которыми, а я пришлю вам свои какие-то рекомендации по разрешению ваших проблем. Итак, соответственно, во-первых, что такое, соответственно, сам интернет-маркетинг? На каждом занятии, на каждой лекции я всегда делаю отсрочку, что интернет-маркетологов и таковых их в принципе не существует. Почему? Потому что система интернет-маркетинга как таковая, она очень объемная и имеет в себе очень большое количество различных составляющих. Это и РТП, и мейл-рассылки, и контекстная реклама, вирусные посевы, работа с блогерами, там, гением блогов и многое другое. И так, чтобы какие-то специалисты разбирались сразу во всех направлениях, во всех составляющих, их как бы очень редко можно найти, их можно пересчитать практически по пальцам. Поэтому, если человек говорит, что он, например, занимается интернет-маркетингом или что он интернет-маркетолог, то это не совсем так. Он скорее может быть специалистом какой-то конкретной деятельности, какого-то конкретного направления, и может иметь какие-то поверхностные знания в других темах, может понимать логику их работы, но
их работы, но не знать, как, например, их точно настраивать. Но при этом быть замечательным специалистом, например, в контексте. Таким образом, что можно и важно для вас определить, если вы нанимаете каких-то сотрудников или там, вам партнер, которого вы хотите нанять, говорит, что он интернет-маркетолог, ну, соответственно, стоит задачиться вопросом, так ли это. Почему? Потому что если он человек говорит, что он интернет-маркетолог, то как бы появляется вопрос о его профессиональной подготовке, потому что знать все ну, практически невозможно. Почему? Потому что структура как такового интернет-маркетинга, она состоит из большого количества различных звеньев. Это начиная от разработки стратегии проекта как такового, стратегии компании, заканчивая аналитики, причем большим количеством различных инструментов. Google аналитики, Яндекс.Метрика и другие дополнительные системы. При этом цикл и система сервисов, которые разрабатывают, которые помогают в интернет-маркетинге, она очень объемная. Перед вами сейчас система маркетинговых сервисов для автоматизации маркетинга, начиная от управления рекламой и продвижения, заканчивая работой с базами данных, с разработкой контента, какими-то там системами для продаж и управления. И в этой, только лишь в этой системе, которая вот на прошлый год была создана, в ней уже более 5000 сервисов. В этом году будет обновление системы, и там будет гораздо большее количество сервисов. Ну вот на скрине, на экране сейчас внизу есть там ссылочка, можно перейти по ссылочке и посмотреть о системе этих сервисов будет позже подробнее. Итак. Для чего, собственно, нам нужен интернет-маркетинг как таковой? Во-первых, что делать, если мы в офлайне, то есть если наш бизнес, например, занимается исключительно какими-то офлайн-активностями и не представлен в интернете как таковой вообще, причем с точки зрения самого бизнеса. Нюанс в том, что вот представим, например, вот такой вот бутичок, назовем, или будочка по ремонту обуви, рядом с нашим домом, да, или с вашим домом, или через в вашем квартале, который. Знаете, вот скажите, например, вот подобный бизнес, такой микробизнес, требуется ли ему интернет? Важно ли его для него интернет? Интересно ли ему интернет-коммуникации или как-то вы? Нюанс как раз именно в том, что если вы, например, в этот район только переехали или ранее не задавались вопросом, есть ли у вас такой бизнес, то в первую очередь вы будете искать подобный сервис через какие-либо Яндекс.Карты, например, или Дубльгиз. Да, достаточно ввести в Дубльгиз название «ремонт обуви», словосочетание «ремонт обуви», то вам выдастся, если не миллион, то очень большое количество самых различных возможностей, самых различных компаний, которые предоставляют подобные услуги. Таким образом, для того, чтобы вот небольшой микробизнес смог получить для себя клиента, с которым он не контактирует и не коммуницирует напрямую, достаточно просто ему заявить о себе на тех или иных платформах, на Дубльгиз, например, либо же на Авито, либо на подобных форумах, которые являются, с одной стороны, бесплатными, с другой стороны, хорошо проверяются поисковиками, которые выдают эту информацию у себя в поиске, и ваши потенциальные клиенты легко могут вас найти. Возможность для бизнеса бесплатная, как для того же самого рекламного агентства, как для бизнеса, предоставляющего информационные услуги. Найти ближайшую компанию, которая подходит под задачи, всегда легко и просто через поисковики и через геопарк. Другой вариант, например, если брать вот подобный бизнес, да, например, пляж. Вот нужен ли ему интернет как таковой? Однако нюанс именно в том, что зная, что пляж, например, в регионе, в районе есть, например, да, или вы интересуетесь этой темой, где она есть, где ближайший пляж есть, вы все равно, опять же, пойдете в поиск там, или в Яндекс.Карты, в Google-карты, для того, чтобы найти те или иные удобные места для своего отдыха.
Вот пример как раз Яндекс.Карты, когда просто вводишь кэш, и тебе предоставляется перечень возможных мест, причем там, в каких-то случаях даже с отзывами, с контактами, где описаны и дополнительные услуги и возможности. И таким образом компания получает для себя лиды и имеет возможность для коммуникации. Другой вариант, если мы в онлайне, да, если наш бизнес либо работает с интернет-клиентами только лишь, либо же интернет-клиентами с одной из направлений, что тогда? Тогда, соответственно, мы возвращаемся вот к этой вот огромной системе большого объема различных сервисов для автоматизации маркетинга, с которым необходимо работать. Итак, собственно, с чего мы должны начать? Начинаем, естественно, с вопроса, как мы считаем и где мы находим свою аудиторию. Для аналитики и для понимания, кто наша аудитория, есть несколько вариантов аналитики. Ну, во-первых, как мы считаем аудиторию, Рунета как, да, есть компания Медиаском, бывшая ТНС, есть компания Лиф Интернет, куда можно зайти и, опять же, бесплатно ознакомиться с аудиторией интернета как таковой. Причем через Лиф Интернет можно посмотреть там городскую аудиторию, да, посмотреть, на каких сайтах аудитория есть. Соответственно, впоследствии можно посмотреть, сколько эта аудитория стоит на этих площадках и возможно ли их использовать для своего малого бизнеса. Если это посещаемость чужая, да, вы хотите узнать о том, как работают ваши конкуренты. Да, для этого есть платформа, например, similarweb.com, либо же тот же самый Leaf Internet, если ваш конкурент выдает свою статистику наружу для просмотра. Да. Но если он не выдает, то SimilarWeb все равно вам может рассказать, какая приблизительная посещаемость у того или иного вашего конкурента. Ну или той компании, которая вас интересует. Если эта посещаемость ваша, ну, вашего интернет-ресурса, соответственно, для этого есть Яндекс.Метрика, есть Google Analytics, ну и другие логи-серверы, которые можно обрабатывать уже непосредственно самостоятельно. Но это скорее только лишь может быть для малого бизнеса, у которого, возможно, есть какой-то технический специалист, который может обрабатывать эти логи. У микробизнеса, к сожалению, не всегда есть возможность использовать дополнительных специалистов либо нанимать специалистов, такие большие у нас обороты. Ну и, наконец, как нам рассчитывать и находить аудиторию для рекламы? Опять же, Медиаскоп. Вот в самом низу есть ссылочка, по которой можно будет перейти и посмотреть интересный вариант ежемесячной статистики по российскому рынку, по российским пользователям. Опять же, Лиф Интернет, платформа Церебра. Ну и, наконец, внутренняя аналитика рекламных площадок, как Facebook, ВКонтакте и другие. Следующий вариант – аналитика сайта, ну, непосредственно ваш. Можно, как я уже сказал, использовать контроль логов сервера и можно, соответственно, выбирать ту или иную платформу для аналитики. Наиболее популярной сейчас пока еще является Лиф Интернет, на втором месте Яндекс.Метрика, ну и Google Аналитика на среднем. Нюанс в том, что как бы некоторые специалисты устанавливают сразу несколько платформ на свои сайты. Почему? Потому что как бы каждая платформа самостоятельно по-своему выдает те или иные данные. То есть Яндекс.Метрика может выдавать одни показатели, Google Аналитика выдавать другие, и абсолютно идентичными быть они никогда не будут. Потому что у каждой есть своя методика расчета посещаемости и эффективности работы пользователей у вас на сайте. Итак, на данный момент у нас на российском рынке 86,7 миллионов человек. Это непосредственно те, с кем мы работаем с помощью нашего интернет-маркетинга. К 2020 году 3/4 россиян станут пользователями интернета как такового. Какая текущая статистика по потребляемости? Да? То есть, если брать все устройства, вот, как я сказал, почти 87 миллионов человек, это 71% населения в мобайле. То есть пользователи различных мобильных устройств, такие как телефоны, планшеты, это уже 66 миллионов человек. Так как статистика
на 2017 год, а скоро будет новый российский интернет-форум, и исследовательская компания предоставит новые данные, то, соответственно, показатель еще более вырастет. Почему? Потому что мобайл продолжает расти, и это является одним из основных рынков роста пользования интернета у нас в стране. Ну и, как видите, только мобайлом, то есть только мобильным устройством пользуются уже 20 миллионов человек. Это 16% населения. То есть если у вас, ваша аудитория работает, использует потенциально только лишь какие-то мобильные устройства, то, соответственно, вот другими какими-то устройствами, такими как стационарные компьютеры, там уже планшеты, вы просто можете их не достичь при размещении рекламных размещений в соцсетях, в контекстной рекламе на других платформах. Ну и, соответственно, вот такая вот статистика по потребляемости, ее можно будет посмотреть попозже, и разбивка по росту потребляемости платформ. Десктоп у нас падает уже ежегодно, и в 2017 и в этом году смартфоны растут, планшеты падают. Ну и растут также смарт-ТВ, различные устройства для просмотра телевидения, телевизоры с поддержкой интернета. Через них тоже можно успешно и хорошо размещать рекламу и те или иные рекламные приложения, например, через платформу YouTube, через платформу Vimeo и многие другие. Для малого микробизнеса это тоже достаточно возможные площадки с небольшими требуемыми бюджетами. Итак, что, собственно, вся эта аудитория делает? Ну, соответственно, топ мобильных приложений, это, соответственно, против браузеров это ВКонтакте, а через браузер, через стационарное устройство это поисковые системы. Опять же, в числе первых используемых приложений самые различные устройства для мессенджера, для просмотра видео. Как мы видим, даже Сбербанк там присутствует, ну и другие, соответственно, платформы, которые там есть. Какие есть основные инструменты для интернет-маркетинга на данный день? Ну, во-первых, контекст и какие-то контекстные сети, типа Яндекс, AdSense. Яндекс.Директ и Google AdSense, извините. Мобильное размещение, специальные мобильные рекламные платформы, социал PPC, размещение в социальных сетях аккредитированной рекламы, например, в Фейсбуке, там это Target Mail.ru, в Одноклассниках Mail.ru, это платформа ВКонтакте, это реклама в Твиттере, LinkedIn и другие платформы. Непосредственно CPA-сети, то есть сети, где есть оплата за активность, за действие того или иного посетителя, за продажу, либо непосредственно за какую-то выполненную задачу, например, человек заполнил форму и оставил свои контакты, и другие какие-то конкретные действия. Это какие-то маркетплейсы типа Авито, типа Яндекс.Маркета, Прайсеру, Торгру и другие. SEO-продвижение, программатик использования РТБ-бирж, ремаркетинг, когда мы догоняем специально своих посетителей своими показом рекламы, веб-аналитика, email-маркетинг, видеореклама, ну и какие-то размещения непосредственно в социальных сетях. Давайте посмотрим подробнее. Да? Ну, во-первых, медийная реклама. Так или иначе, но малый и микробизнес все равно может использовать эту платформу. Нюанс в том, что ну, потенциально можно сказать, что это, этот рекламный канал как таковой мертв. Но с другой стороны, если брать какие-то региональные площадки, специализированные площадки, то и для малого, и для микробизнеса там есть возможность размещения рекламной информации либо на бартерных условиях, либо на партнерных взаимоотношениях. Но, естественно, нужно будет автоматизировать это размещение через real-time bidding, через биржи RTB, для того, чтобы стоимость показа, стоимость размещения для вас была достаточно невысокой. Ну и тренд в этой теме – это размещение нативной рекламы. Что это означает? Это либо вы размещаете рекламу в соответствии с каким-либо событием, которое на данный момент происходит, ну, например, скоро выборы, да,
рекламном баннере можно так или иначе делать какую-то связку на эту тему для того, чтобы люди, увидев баннер, рекламный баннер, в голове у них вспомнил, что вот выборы, что есть вот известная персона, например, использование, там, не знаю, Грудинин, я вместе с его клубникой, да, можно использовать мужик Собчак, а какие-либо другие варианты использования ситуативной повестки. И размещая подобную информацию, посетители будут отдавать вашим баннерам, вашим рекламным размещениям больше внимания, чем если бы вы просто рекламировали ту или иную услугу. А как, соответственно, всем этим управлять и размещать? Есть платформа Driver, есть платформа, например, AdFox, ну и есть, например, такая платформа, как Соловей. Они позволяют полностью контролировать все размещения по медийной рекламе. И делают это всего лишь за комиссию, а не за какие-то там большие бюджеты. Итак, возможность системы управления как таковых. Есть таргетинг по часам, по дням, есть по географии, по числу показов. По географии для вас, например, очень важно было бы, размещая рекламу, в дисплейной рекламе, в медийной рекламе, в том же самом Facebook или ВКонтакте, вы можете делать таргетинг, то есть размещать рекламу так, чтобы видели, например, ее только жители определенного региона города. Да. Во ВКонтакте есть возможность показа рекламы по конкретным улицам, например. И таким образом ваши потенциальные клиенты будут наиболее для вас таргетированы, наиболее подходящие, чем если бы вы рекламировали там свою продукцию или своих клиентов там на целый город. Также можно делать таргетинг по числу показов в день, неделю, по числу показов одному пользователю, по конкретным адресам сайтов и страниц, по количеству показанных баннеров на одного конкретного человека, ну и делать какой-то, возможно, персонифицированный подход. Дополнительные возможности системы управления предоставляются, опять же, всеми. И использовать вот такой таргетинг для вас тоже полезно, для того, чтобы минимизировать стоимость и минимизировать излишние затраты на рекламное размещение. А следующий вариант – это контекстная реклама, конечно же. Для нас, для малого бизнеса, она наиболее подходящая. Почему? Потому что там вы тоже платите за какие-то конкретные действия, за конкретные клики, какой-то конкретный аудитории. Варианты контекстной рекламы два. Есть поведенческая, есть тематическая. Поведенческая, то есть в зависимости от поведения посетителя, он сделал что-то, значит ему показывается одна какая-то конкретная реклама. Тематическая, он ищет в интернете какие-то близкие тематики согласно вашего запроса, например. Ну, если разработку веб-сервисов, да, если ему требуется разработка какого-то виджета, каких-то возможностей, он набрал эту информацию в поиске, и ему, соответственно, будет показываться тематическая контекстная реклама по тем сайтам или на том же самом Яндексе, в зависимости от его запроса. Система настроек и система управления практически такие же, есть тот же самый Elama, например. Есть платформа Ori, которая позволяет, например, рекламировать, управлять рекламой не только в поисковых системах, но и там в Facebook, в ВКонтакте, в Одноклассниках, в том числе даже в рекламной сети Wi-Fi московского метро. Система Analytics, которая тоже может автоматизировать контекстную рекламу и управляет ею, и другие платформы. Следующий вариант продвижения, доступный для малого и микробизнеса, это реклама в социальных сетях. Это наиболее малобюджетный способ для продвижения и для организации продаж. Но какие тренды у нас, соответственно, есть? Опять же, это какая-то нативная реклама, чтобы размещения были непосредственно в тех каналах, в тех группах, в тех пабликах, которые наиболее подходят к вашей аудитории. Да? Ну, если вы занимаетесь продажей автомобилей или, например, там, занимаетесь предоставлением бытовых услуг, размещать рекламу в абсолютно не близких тематиках, будет для вас уже весьма нежелательно. Это будет бюджет спущенный на воздух.
Второй вариант – это какой-то событийный маркетинг, как я приводил пример, то есть в зависимости от того или иного, тех или иных активностей вокруг нас, вокруг новостной какой-то повестки, вокруг там какой-то политической жизни, используя те или иные варианты и события, можно связывать их с вашим продвижением, с вашим рекламным предложением. Видеореклама, реклама в Инстаграм, как потом, используем каналов и чат-ботов. Используем мобильные рекламы, ну, то есть те же самые социальные размещения в соцсетях, но, например, с показом вашей рекламы исключительно пользователей мобильных устройств. Почему? Потому что, как мы ранее посмотрели, это основная аудитория, которая сейчас вот растет. И в ближайшее время она будет основной аудиторией, которая будет, опять же, еще и платежеспособна. Ролики на 360 градусов. Ну и размещение тех или иных фотографий в ваших пабликах, в ваших страницах. Следующий вариант, ну вот как пример нативной рекламы. Да, Ксения Анатольевна Собчак, которая у нас сейчас кандидат президента некоторое время назад, сделала такое, предоставила такой вот кейс, как не надо, например, делать продвижение. Она разместила у себя в Инстаграм вот такую вот картиночку, посвященную водке Белуга, написала какой-то там контент, который предоставила ему агентство. Но у него оказалось в том, что картинка оказалась сфотографирована ранее совсем другим человеком, который совсем не был в курсе, что его картинку украдут и будут использовать для продвижения. Это как раз пример, который является негативным. Почему? Потому что профессиональная аудитория, конечно же, узнала об этом, потому что человек увидел рекламу Собчак, увидел свою картинку, свое событие, естественно, об этом написал. Получилась некрасивая история, и Собчак выглядела как будто укравшая чужую картинку, чужую фотографию. Это не помогло ни бренду, это не помогло ни размещаемому, и было очень негативной историей. Однако, если же все-таки подобные ситуации, которые вот, в принципе являются, с одной стороны, негативными, с другой стороны, являются ответным событием, можно притаиться, то могут получиться другие кейсы. Например, вот компания Google некоторое время назад изменила начертание своего логотипа и, соответственно, Билайн не прошел мимо, так сказать, и расцветил их логотип своими буквами. Да? А что Google, конечно, ответил со своей стороны то же самое, но приложив наоборот, написав название Билайна стилистикой шрифта под свой бренд. В вашем случае вы можете использовать какие-то региональные бренды, устраивать такое промо в социальных сетях. И используя такое модное слово сейчас хайп, раскручивать подобную тему, причем бесплатно. Да? То есть сделав какую-то веселую активность, веселое размещение, из этого может получиться интересный флешмоб. Почему? Потому что если проект интересный, флешмоб выстреливает, то в тему подсоединяется большое количество компаний, и получается большой синергетический эффект и хороший пиар для продвижения. Или вот другой вариант. Некоторое время назад компания там, Билайн, их СММщик, так сказать, забыл разлогиниться. Вот, жалко, картинка наложилась на одну. Забыл разлогиниться и хотел как бы написать от своего аккаунта, но написал, будучи залогиненным под официальным аккаунтом Билайн. Написал он про новый тариф, который запустила компания, и использовал хэштег «люблю себя». И таким образом компания как бы... Это выглядело, что компания как будто сама себя любит, сама себя хвалит и так далее. Это многие бренды не прошли мимо, от этого Coca-Cola, Альфа-Банк, многие другие компании, как небольшие, так и региональные. Эту информацию, естественно, подхватили различные СМИ, опубликовали на своих площадках, тем самым предоставили дополнительный пиар-эффект для всех участников, так сказать, этого флешмоба, что является, опять же, как бы бесплатными активами. Итак, какой следующий у нас инструмент? Следующий инструмент для возможности продвижения – видеореклама, да, то есть размещение рекламы либо в YouTube, либо в YouTube,
Либо же другой вариант рекламы, загруженные видеоролики непосредственно в социальные сети, в Facebook, или ВКонтакте, или Одноклассники, и платформы. А главное, о чем нужно помнить, так как YouTube, как таковой, тоже в настоящее время, можно сказать, стал уже соцсетью, у него есть всяческие возможности для этого, сервисы, работы с YouTube, как таковой, для авторов, которые публикуют ролики там, то если вы будете ставить ссылки на YouTube в каких-либо социальных сетях, эти ссылки будут пессимизированы. То есть они получат гораздо меньше трафика, который могли бы получить, чем если бы вы этот ролик загрузили непосредственно в саму платформу, в Facebook или ВКонтакте. Поэтому важно это помнить. Если вы загружаете ссылками в социальные сети, эти ссылки будут получать меньший охват, чем вы загрузите. Итак, следующий пункт. Социомедиа оптимизация. Что это означает? Это возможности оптимизации ваших интернет-ресурсов в отношении социальных сетей. Это помогает повышать ссылочную популярность. То есть люди будут делиться вашими сайтами в интернете, вы будете выкладывать контент, которым пользователи будут ссылаться, рассказывать о нем, если это будут истории, какие-то рекомендации, какое-то образование в части финансовой грамотности, либо же инструкции по уходу за одеждой, за обувью, по разработке информационных каких-то либо услуг, да, либо вы будете делать интересные, выкладывать кейсы рекламного агентства, ну и другую информацию. Для этого нужно предоставить всем посетителям возможность делиться вашей информацией. Вы будете публиковать эту информацию не просто на каком-то паблике, в каком-то ВКонтакте, и рассказывать о том, что вы сделали тот или иной кейс, то или иной. То есть вам необходимо выкладывать эту информацию у вас на сайте и уже делиться этой информацией с посетителями и подписчиками в соцсетях. Поэтому нужно упростить добавление контента с сайта в социальные сети. Следующий вариант – это, естественно, привлекать входящие какие-либо ссылки. То есть, если вы настроите свои сайты, и вы будете видеть, откуда человек приходит, с какого сайта, и вы потенциально будете понимать, что это наиболее целевая аудитория для вас, вы можете персонифицировать свои сайты в том плане, что вы можете делать какие-то награды, какие-то там бонусы давать, промокоды тем посетителям, которые приходят с определенных площадок. Это определить, ну, является, эта возможность для определения является несложной. Ну и, как я уже сказал, необходимо обеспечить экспорт распространения контента со ссылками на источник. Что это означает? Если человек берет ссылку с вашего сайта, публикует ее, допустим, не ссылку, а какой-то контент, и публикует этот контент в социальной сети, то к этому контенту, к этому тексту или там, графе должна прикрепиться ссылка на источник, ну, то есть на ваш сайт. Например, это сайт РБК.ру или там другие платформы, где ты, например, берешь, копируешь какой-то контент, выделяешь, например, только лишь текстовый блок, копируешь, вставляешь в социальную сеть, а там автоматом подтягивается сразу еще и ссылка на ту страницу, откуда вы взяли этот контент. Это делается достаточно просто, вставляется сразу в код вашего сайта, и когда человек пытается скопировать текст, то, соответственно, к копированию, к скопированному тексту добавляется еще и ссылка на источник. Следующий пункт, не будем сразу все это зачитывать, есть определенные принципы социальной оптимизации сайта. Важно их соблюдать и контролировать. Два наиболее важных, вот самые последние, это использование пикселей социальных сетей, например, пиксель от Фейсбука. Это специальный код, ну, наподобие как код Яндекс.Метрики или код какой-то другой аналитической системы, которую вы вставляете непосредственно на свой сайт. И когда вы размещаете рекламу непосредственно там, в Фейсбуке, в том, да, то Facebook таким образом собирает эту аудиторию, которая пришла к вам на сайт, возможно, ничего не сделала, но она кликнула на вашу рекламу и пришла к вам на сайт. Да? И вы можете делать последующие рекламные кампании именно на эту аудиторию, которая горячая, которая живая, заинтересованная, но она
не сделала какую-либо активность, которая от него требует. Ну, не купила, не подписалась, там, или там, что-то еще не сделала. Таким образом вы можете догонять, добивать. А последний пункт – парсинг страниц игру специальными решением для вывески ID-пользователей. А, как пример, я думаю, скриншот у нас есть. Да, например, есть система Cerebro, да, она работает, там, например, в ВКонтакте. Для малого и микробизнеса это наиболее полезная платформа для подготовки аудитории, которая вам нужна для продвижения, для продаж и для ваших активностей. Как это работает? А, допустим, у вас есть какой-либо конкурент, у которого уже есть, например, подписчики в его пабликах и группах. Да? Либо же, если это брать систему, например, Telegram в Инстаграме, да, есть в Инстаграме подписчики вашего потенциального. Либо же есть группы какие-то, где пользователи общаются, и вы понимаете, что это наиболее близко для вас целевая аудитория. То с помощью сервиса Cerebro вы можете за относительно небольшие деньги вытягивать ID пользователей этих групп, этих подписчиков, этих страниц и делать рекламные размещения, таргетированные непосредственно только на эту аудиторию. Таким образом вы будете рекламировать свои услуги, свои возможности на горячую аудиторию, которая потенциально заинтересована в вашем продукте. Ну, опять же, повторюсь, есть, например, платформа Cerebro, есть платформа Ninja и многие другие платформы достаточно просто найти. Следующий вариант, например, компания iTarget, которая предоставляет возможность поведению рекламных кампаний на Facebook и Instagram официально. То есть для многих компаний иногда появляется необходимость, что туда обязательно должны быть закрывающие документы. Да, там, мы как предприниматели и маркетологи часто сталкиваемся с тем, что да, можно размещать рекламу в Facebook, можно в принципе заплатить за это со своей личной кредитной карты, но таким образом вы не получите никаких закрывающих документов и не сможете это размещение провести в бухгалтерии. Да. Компания iTarget предоставляет возможности размещения рекламных кампаний на этих платформах, и они же предоставляют при этом закрывающий документ. То есть вы им оплачиваете по безналу, получаете закрывающий документ, и таким образом вы экономите на этом по бухгалтерии. Следующий вариант, следующая задача, как отследить результат активности в социальных сетях, да и в принципе это относится к многим рекламным компаниям как таковым. Во-первых, есть статистика соцсетей как таковая, да, которая показывает активности ваших подписчиков на ваших пабликах, страницах и при размещении рекламных размещений. Есть статистика сторонних сервисов, при этом как бы есть необходимость следить именно за органическими показателями и показателями вовлеченности аудитории. То есть не просто какие-то конкретные то есть не просто какие-то там комментарии, не просто какие-то лайки, а непосредственные показатели, когда человек кликнул, человек подписался, человек купил. В OTM-метках, которые вы используете в продвижении в Фейсбуке, необходимо отказаться от слова Facebook. Почему? Потому что Facebook не любит, когда его бренд используют для рекламных кампаний, то есть составляющих. Вести отчеты, соответственно, собственно, какие-то там таблицы в Excel и Google. Ну и мониторить упоминания. Как можно мониторить упоминания? Есть платформа от Brand Analytics, например, одна из старейших платформ, которые работают по системам мониторинга, по мониторингу соцсетей как таковых, не только соцсетей, но и социальных медиа, то есть форумы какие-то, какие-то социальные площадки, где можно регистрироваться и как-то там что-то писать, комментировать и так далее. Другой вариант это, например, система YouthCamp или же такая платформа, как Opta. Они помогают аналитикам проводить аналитику контента сообщества в социальных сетях. Следующий главный пункт в отношении социальных медиа необходимо учитывать, что в стране как такое очень большое количество тех или иных социальных медиа. Если у вас ваша аудитория не является абсолютно общей тематической, размытой, и
вы можете там не использовать Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, другие общетематические социальные сети, а можете таргетировать свою рекламу на конкретные площадки, уровень CoverHub, Мой Круг, Logistics.ru, Marketing People, то же самое, и так далее. То есть вам нужна какая-то конкретная аудитория с конкретной профессиональной заточенностью. Да? То это вам поможет и сэкономить деньги, и в то же время увеличить эффективность. Там ваша целевая аудитория, с которой вы непосредственно можете работать. Многие забывают об этом и продолжают работать через общую тематику. Эти, набивая шишки на том, что пытаются вытянуть профессиональную какую-то аудиторию, профессиональную тусовку с общетематических социальных сетей, забывая про наиболее удобные платформы для себя. Следующий важный параметр и наиболее удобный инструмент для малого бизнеса – Direct Mail. Есть уже многих у вас какие-либо подписанные базы, когда люди пришли, оставили свои контакты, были вашими клиентами, либо они клиенты ваших партнеров, и партнеры с вами где поделились контактными данными. Для микро и малого бизнеса использование Direct Mail – один из основных инструментов, который, с одной стороны, не является исключительно дорогим, а с другой стороны, не является, приносит достаточно большие результаты по работе с ним. Какие варианты, опять же, есть? Есть возможность использовать каких-то своих систем рассылок, да, то есть вы рассылаете какие-то сервисы, которые интегрированы в ваши сайты, либо же это какие-то сторонние платформы. Они бывают как отечественные, так и иностранные. Как пример, например, там отечественный эксперт-центр или смарт-респондер, либо же это там Subscribe тот же самый. Либо же это иностранные какие-то платформы, у которых функциональность практически такая же, как у российских, таких как MailChimp или SendGrid. Как таковая, функциональность у них плюс-минус одинаковая, но вот как бы иностранные платформы все-таки несут несколько больше возможностей. Итак, следующий важный параметр, который относится к Direct Mail и рассылкам как таковым. И у Яндекса, и у Mail.ru, и у Гугла есть внутренние системы аналитики, отправляемых вашими сайтами писем. Это PostOffice, Яндекс.ру, Postmaster, Postmaster Mail.ru, если не ошибаюсь, то и Postmaster.gmail.com или Google.com. Что они показывают? Они показывают, сколько писем было отправлено, какая эффективность была, сколько было прочитано, сколько было удалено и сколько, самое главное, жалоб на ваши рассылки. Почему? Потому что если вдруг ваша база не является вашими подписными, люди не готовы были получать это, то вам необходимо следить за эффективностью ваших рассылок. Почему? Потому что почтовая система может так или иначе просто забанить ваш домен на своей платформе, и все ваши подписчики в этой почтовой системе просто не будут получать от вас письма. Узнаете вы об этом уже там спустя время, если не будете следить, только лишь тогда, когда вы увидите, что у вас упали там продажи, у вас упала кликабельность по рассылкам, у вас упали джин. И тогда вам придется там писать саппорт, звонить, договариваться, упрашивать, чтобы вас позвонили, и так далее, и так далее, и так далее. Но если вы будете видеть заранее рост жалоб на ваши рассылки, вы этим процессом сможете управлять. Ну, то есть вы вовремя сможете как-то изменить свои активности так, чтобы не подпадать под запреты и под наказания. Следующий полезный инструмент для рассылок – это использование OTM-меток в ссылках, которые используются у вас в рассылке, ну или, например, даже в контекстной рекламе или при других размещениях. Да? Есть вот такой сервис от Google, вот ссылочка в самом низу на картинке показывается. Ссылочку можно, ссылку, которую вы рекламируете, можно вшить различную информацию. Можно указать, там, соответственно, через какой канал вы продвигаетесь, через какие инструменты, на какую аудиторию, там, какую дате и другие данные. У вас получается такая длинная конкретная ссылка, и
нажимая соседнюю кнопочку в Гугле, в этом сервисе, вы можете эту ссылку укоротить и размещать, использовать ее уже при продвижении. При этом в метрике и в аналитических платформах, там, Google Analytics, да, вы будете четко видеть, по каким меткам, по каким параметрам пришла аудитория на ваш сайт. Вы будете понимать, какая ссылка с рекламной кампанией у вас сработала, какая рассылка у вас сработала, на какую аудиторию у вас лучше прошла, прошло размещение и рассылка, ну и другие как бы параметры, которые вы вошьете, соответственно, в эту рекламную ссылку. Это важный инструмент. Следующий важный параметр для рассылок — такие параметры, как DKIM-подпись и SPF-запись. Это первая же информация, к которой обращаются почтовые системы для определения, что делать с письмами, которые приходят с вашего домена. Информация настраивается, ну, желательно настраивать техническими специалистами, делать сразу, размещается у ваших регистраторов сайтов и у хостеров, да, где они у вас, где у вас хостятся сайты, все это указывается, и таким образом вы таким получаете лучший эффект по прочитываемости писем. Если же у вас таким подписи или SPF записи нету, то возможность попадания вашего письма в спам очень высока. Поэтому не проходите мимо у того же самого, например, Яндекса. У Яндекс.Почты можно найти вот такую четкую общую инструкцию по настройке всех параметров. Она, в общем, несложная. Можно, конечно, отказаться и от специалиста, и сделать все самостоятельно, там достаточно подробно все расписать. И сделать это на своих доменах, на своих рекламных площадках. CPE. CPE расшифровывается как Cost Pay Action, то есть оплата за какое-то конкретное действие после того, когда это действие было произведено. Есть такие платформы, как, например, LinkProfit, есть там множество других, где происходит продвижение вашей рекламы, ваших предложений по аудиториям там, различных веб-мастеров, которые готовы свой трафик предоставлять и продавать с оплатой как раз за конкретное действие. То есть вы регистрируетесь, заливаете какой-то бюджет, заливаете туда свои рекламные материалы, то есть баннеры, тексты, если это рассылки, например, указываете, сколько вы готовы платить за какое-то каждое конкретное действие, и запускаете рекламу, и таким образом для вас это будет более эффективно, чем просто делать какие-то медийные, например, замещения. При этом нужно учитывать, что в B2B партнерских систем как таковых нет. Есть два варианта. Либо вы, например, можете на движках. Вот приведем пример, как Affiliate Network. На этом движке можно поднять и создать свою партнерскую программу, да, либо все-таки использовать какие-то партнерские программы, например, от компании МТТ, которая предоставляет возможность работать с ними, продвигая их возможности, сервисы, телефонии, виртуальной телефонии, и зарабатывать при этом с каждой продажи. Да. Например, для рекламных агентств или для веб-разработки это прекрасный дополнительный вариант дополнительной доходности. Если это веб-разработка, да, то есть приходит к вам, например, заказчик, который хочет произвести себе сайт, вы не только разрабатываете сайт, но и предлагаете установить на него определенные какие-то виджеты, использовать номера телефонов для колл-трекинга, использовать другие возможности, которые будут предоставлены от компании МТТ. Вы регистрируете клиента там, и при этом, ну, клиент оплачивает от себя эти возможности, и при этом вы получаете оплату за каждого такого клиента, за каждую активность, за каждую компанию. Либо же это, если застройщик, например, да, вот у нас сегодня был специальный бизнес-завтрак для компаний, которые работают в недвижимости, если это бизнес-центр, если это компания, предоставляющая эти услуги арендаторам, например, да, то они точно так же могут предлагать возможности подключения номера телефона себе, 8800, номера городские, та же самая компания МТТ предоставляет номера телефонов почти по 100 городам, то есть по 100 кодам по всей территории России.
И тем самым бизнес-центры могут зарабатывать дополнительные доходы со своих арендаторов, со своих клиентов. Следующий инструмент, который является очень старым и относительно надежным, это SEO. Основные тренды это мобайл, то есть необходимо учитывать продвижении своих сайтов, эффективность в показывании сайтов в мобильных устройствах. И Google повышает в своих результатах поиска сайты, которые хорошо работают с мобильными посетителями. То есть у него сайтов, в которых есть мобильные приложения, либо же сайты имеют адаптивную верстку, Google ставит подобные сайты выше, чем те сайты, у которых нет мобильных возможностей. Яндекс же наоборот. Если тема мобильности для него не является важной, то тема социальности сайта, наличие на сайте комментариев, наличие на сайте каких-то виджетов и социальных сетей, видна связка с посетителями, люди как-то реагируют на ваш сайт, делятся им и так далее, то такие сайты Яндекс, например, наоборот, тоже ставит выше, чем те сайты, которые с его точки зрения не являются социальными. Ну и третий тренд, который все есть, это отсутствие каких-то платных ссылок, то есть вы продвигаете свои ресурсы путем покупки ссылок на ваш ресурс на каких-то сторонних площадках. Если вы будете закупать платные ссылки на ваш сайт, и она будет не тематической, да, то очень велика возможность того, что Яндекс со своими различными системами, типа как Минусинск и другие, может просто забанить ваш сайт в поиске, и он просто не будет показываться по запросам, которые наиболее близки вам. Если будет набран какое-то точное прям название вашей компании, да, компания будет показывать. Но в поиске, например, по услугам или там по каким-то близким тематикам по вашей компании, компания будет отсутствовать в поиске. Поэтому необходимо отказаться от платных нетематических ссылок. Следующий параметр и следующий, о чем можно сказать, что главный тренд на данный момент в маркетинге – это автоматизация маркетинга. Использование CRM, использование каких-то личных кабинетов менеджеров на тех или иных платформах, например, от компании МТТ, куда можно сводить все поступающие лиды, поступающие звонки, так чтобы контакты не терялись. Если контакт пришел через сайт, через определенный инструмент, через форму, через подписку, через звонок, через подписку на обратный звонок, через другие формы, эта информация не должна теряться, она должна передаваться сразу в работу, в CRM, либо же должно выходить уведомление вашему менеджеру или там вашему вам непосредственно для того, чтобы контакт или запрос был отработан, чтобы был произведен запрос, звонок клиенту и произведена какая-то там продажа или информирование клиента. На данный момент это главная тема для интернет-маркетинга. Если вы не будете использовать эти возможности, то, соответственно, это не будет вам приносить, то ваша прибыль будет падать. Ну, просто физически. Как мы выстраиваем стратегию интернет-маркетинга как таковой? Как мы ее можем определить? Для этого есть несколько вот таких вот параметров, да, таких как бизнес-процессы коммуникации. Далее мы определяем цель, далее мы определяем методы достижения цели, достижения целевой аудитории, планирование маркетинговых кампаний и непосредственно проведение каких-либо маркетинговых целей. Во-первых, как мы определяем свои бизнес-процессы и коммуникации с аудиторией? Да? Мы сначала определяем, какие коммуникации с посетителями, со своим клиентом мы можем перенести в интернет, учитывая, что разные аудитории должны обрабатываться через разные каналы продвижения, через разные каналы коммуникации. Можно нарисовать, какие бизнес-процессы вообще, например, бывают. Есть работа с клиентами, дилерами, другими вариантами, которые перечислены, например, в слайде. Многие компании забывают там, те или иные составляющие, упуская этих потенциальных клиентов для своего продвижения, для работы.
Какие цели переноса коммуникации в интернет есть? Во-первых, это снижение издержек на коммуникацию, когда вы хотите максимально все возможности, все коммуникации перенести в интернет, чтобы с человеком, человек сначала ознакомился с какой-то информацией, возможно, там, пообщался, возможно, через интернет, через какой-то онлайн-чат с роботом, и уже в самом конце непосредственно уже должен пообщаться с каким-то физическим человеком, для того, чтобы вы сэкономили деньги на физической коммуникации, на зарплату. Второй вариант – это максимально быстрый вывод на личные коммуникации с представителем компании. Третий вариант цели переноса – это увеличение лояльности, но это в основном больше относится к таким компаниям, Coca-Cola, да, или компаниям, которые уже не продают, а лишь поддерживают лояльность. Ну и четвертая цель использования коммуникации – это использование интернета для проведения каких-либо исследований. А как, соответственно, определить? Во-первых, что такое снижение издержек? Как я уже сказал, что цель перевода коммуникации в интернет для того, чтобы оплата работы сотрудников не влияла на ваши бюджеты, так как стоимость оплаты работы сотрудников она гораздо выше стоимости работы сервера или каких-то продаж. Приложение. Можно нарисовать вот такую вот лестницу отдаления коммуникации, где вы можете определить, на какой именно какому виду бизнес-коммуникации ваш бизнес относится. Если в ваших интересах, в ваших задачах выложить максимально полную информацию в интернет, то вот вы как вот HP, например, там как производитель, который выложил всяческие инструкции, всяческие инструкционные материалы в интернет, и не хочет или не имеет возможности тратить какие-то бюджеты на подобные коммуникации и готов коммуницировать уже в самом конце, когда человек созрел, когда он горячий и так далее. Да? Либо же это интернет-магазин и Raiffeisen, и банки, например, да? Которые тоже выкладывают всю информацию максимально в интернет, какие-то каталоги, какие-то калькуляторы, где люди сначала все это заполняют, определяют, и потом уже заполняют форму, уже коммуницируют непосредственно с самой компанией. Какие возможные инструменты для снижения издержки есть? Это, соответственно, каталог товаров, и подробные советы, и система для заказа, и так далее, и так далее, и так далее, чтобы человек ознакомился максимально полностью. Возможные каналы достижения цели при бизнес-коммуникации, направленные на снижение издержек. Это интернет-сайты, приложения для мобильных, социальные сети с приложением страницы компании, ну и какие-то там чат-боты, которые настроены либо в Facebook Messenger, либо в Telegram, либо же какие-то другие платформы. Там, где у вас ускорение коммуникации, то есть у вас задача максимально быстро пообщаться с человеком. Часто это относится, например, к рекламному агентству. Да? То есть человек пришел на сайт, у него в голове относительная какая-то каша, он не знает, что ему нужно, он понимает что приблизительно, что он хочет. И здесь наиболее важно и быстро с ним связаться физически, пообщаться, вытянуть из него всю информацию. Таким образом, чтобы человек стал лояльным к вам, и вы могли сразу сделать какую-то предпродажу. Ну, там говорится о встрече и так далее. Другой вариант бизнеса, например, продажа окон пластиковых. Да? Возможно, вы знаете, что это одна из самых конкурентных тематик, и все сайты подобных производителей и установщиков, они посвящены различными там форумами для контакта, для общения, для того, чтобы как раз выйти на максимально быструю коммуникацию с посетителем сайта, чтобы максимально быстро его проконсультировать и сделать его своим клиентом. Какие возможные инструменты для ускорения коммуникации есть? Это неподробный каталог, чтобы человек был заинтересован максимально сам связаться. Какая-то заметная информация с контактами специалистов, причем лучше с фотографией непосредственно тех специалистов, которые именно общаются, чтобы людям было приятно и понятно коммуницировать с какими-то конкретными людьми, да, призывы написать, позвонить, постучать и так далее. Это внутренний форум у вас на площадке, информация, как я уже сказал, каких конкретных сотрудников, ну и сервисы быстрой связи на самом сайте. Это виджеты LiveTex, живой сайт или какие-то специальные виджеты от компании МТТ. Для этого у нас есть
возможность интеграции в онлайн-чат сразу и регистрации через сторонние мессенджеры, сторонние социальные сети, для того, чтобы человек не приходилось отдельно регистрироваться, а он мог использовать уже существующий какой-то аккаунт через социальную платформу. Третий вариант, как я уже сказал, увеличение лояльности, это все, что связано там, с расходными материалами компании, которые занимаются, это сервисы с периодической подпиской. Думаю, для Татьяны это будет полезно как раз, когда есть у компании информационные услуги, и человек может подписаться на них. Ну и, например, Coca-Cola, которая, как известно, не заинтересована в продажах, она заинтересована в поддержании лояльности, чтобы люди продолжали их покупать. То есть это вот опосредованные продажи. Какие виды каналов? Это интернет-сайт, как сайт поддержки, консультирования, это мобильное приложение, как, например, система подтверждения заказов, какие-то социальные сети используемые как деск для консультации, ну и различные установленные приложения непосредственно на компьютер пользователя, примеры приведены тоже вот на слайде. Ну и четвертое, это маркетинговые исследования как таковые, да, есть полевые, которые в принципе к нам не подходят, так как они к интернет-маркетингу относятся, это прямое общение с респондентами, вопросов о сайтах, где людям необходимо сначала залогиниться, представиться, и тогда он может. Ну а в нашем случае кабинетные исследования, это такие исследования фонда общественного мнения, от Медиаскоп, от Яндекса и другие, которые и других компаний, которые делают выкупку информации регулярно, привязывая к тому или иному мероприятию. Подобные исследования тоже важно вычитывать, ознакомливаться и так далее. Как, собственно, определить цель бизнес-коммуникации для вас? Если к вам относится понятие там, «вас много и одна», соответственно, у вас снижение издержек. Если вы, так сказать, носите на руках клиента и хотите с ним быстрее пообщаться и быстрее ему что-то продать, у вас вывод на контакт и те каналы достижения цели, они ваши. Долгосрочные продажи, если вы выстраиваете, то у вас построение лояльности, но аналитикой занимается все, кто есть. Таким образом, на сегодня, что я хотел рассказать для вас. Все, если у вас есть какие-то дополнительные вопросы, желание, чтобы я разобрал для вас какие-то кейсы, какие-то ситуации, порекомендовал для вас те или иные инструменты для продвижения, для развития вашего услуга, для продаж, вот мои контакты. Ко мне всегда можно обратиться, задать вопросы, попросить коммуникации. Так или иначе, ну, через интернет какие-то там каналы я всегда отвечу. На телефон, к сожалению, уже не всегда отвечаю, но если вот вы мне напишите, попросите помощи в том или ином вопросе, там, или попросите разобрать тот или иной кейс, то я буду. На сегодня тогда пока все. Спасибо за ваше участие. Рад был вас видеть у нас на вебинаре. Будем рады видеть вас в будущем на нашей занятии. Спасибо за ваше участие и до свидания.